Зачем пришел? Сюда. Сюда. This is my nightmare. It does not change. Ну, зачем пришел? For I see and hear gray footsteps. Понять, зачем пришел. Falling on the ground in excruciating. Нравится. По-разному бывает. Что чувствуешь, когда пьешь айваску? Здесь, в этом месте. Плевать хочется, блею много. Что чувствую, тело очень хорошо, с телом оно работает, тело перезагружает нейросистему очень хорошо. Что чувствуешь после, на следующий день, через день? Много ненужного оставляешь, выблевываешь, вытаскиваешь. Ну, это у всех есть, у любого типа людей, у любого сознания есть какая-то, скажем так, база из собранных как бы токсичных и физических, и психических элементов, которые вычищаются очень замечательно, и, соответственно, даже костная структура встает на место, вот, ощущается. Кому это будет полезно? Всем, кому есть такая возможность, потому что не у всех есть такая возможность. Это и материальная, и психическая, и физическая. Есть вот три возможности. Что дала тебе эта неделя? Я больше расцениваюсь с того ощущения, что я дал этой неделе, ничего она мне дала. Что ты дал этой неделе? Что я дал этой неделе? Да много чего, принятия всякого, проживания много, близости много дал, внутренние открытия. Да ничего, чего можно словами описать. Слова же не описывают все. Так, вибрации какие. Все, что надо, все происходит. Само. Аре, аре.